Мы перемещаемся по тоннелям, чтобы не привлекать внимание стражи. Но многие ходы завалены. Таким образом, можно быстро и без риска попасть в нужное место. Бен Тровато, Николо. А, сеньор Эдце, приветствую. Фабио Орсини, к вашим услугам. Я много слышал о вас от моего кузена, Бартоломео Дель Виано. Прекрасный воин. Фабио одолжил нам пустой склад на Изола Тиберина. Я понимаю, в Тоскане у вас были условия получше. Сойдет. Бен, тогда я пойду готовиться к путешествию в Романию. Скоро мой народ снова обретет свободу. Предлагаю разработать план борьбы с Борджи. О, ты думаешь, мы готовы к такой атаке? Си. Ты знаешь, куда солдаты Борджи отвели Катерину Сфорца? Что? А знаешь ли ты, что Борджи захватили яблоко Эдема? Как мы могли потерять яблоко? Значит, ты не знаешь о действиях наших врагов. Здесь есть хотя бы подполье, с которым можно сотрудничать? Вряд ли. Наши наемники ведут войну с французами, союзниками Чезаре. В борделе, который посещают кардиналы, есть наши девушки. Но их мадам предпочитает веселиться на балах, а не помогать нам. А городские воры? У них есть гильдия? Си, но они отказываются говорить с нами. Что ты будешь делать? Заведу новых друзей. Добро пожаловать в Роса Инфьори, господин. Сальве, не сочти за труд. Позови хозяйку. Госпожа Салари вышла. Когда она вернется? Я. Аюто, аюто! Госпожа Салари! Лучия, а мы думали, что ты не вернешься. Эти люди отвели нас на корабль. Меня они отпустили, но ее... Кто отвел вас на корабль? Работорговцы, мессер! Рядом с Тибериной. Они хотят получить за нее выкуп. Я приведу ее. Я все видел. Да. Что это на тебя нашло? Трогайте меня, пожалуйста. Ура!
Это не твое! Дрянь, дрянь! Папа благодарит и праведных римлян, которые молились за Бога. Я не хочу умирать! Вы ошиблись, это не я, клянусь вам! Эй ты, стой! Стоять! Я его смотрю! Больше я им не служу! Добрый господин! Жаль, что это ты бедный душок! Точно не каждый день увидишь. <с <с
О, это красиво, но рискованно. Отлично. Какая необычайная дерзость. Что заставило мужчину вести себя? Да уж, он проворный. Я пришел за шлюхой! На помощь! Вот твои деньги. Отпусти ее! Нет! Чезаре был бы против! Andiamo! Bye!
вооруженных Дямо! Да! Не являющихся частью городской стражи. Бай-бай! Воу-воу! Аспетто! Мама? Сестра? Эцио, сеньор Макиавелли сказал, тебя можно тут найти. Что вы делаете в Риме? На Флоренцию напали? Нет, вернее, я не знаю. Мы не были во Флоренции. Почему? Эцио, мы хотим помочь. Вы помогли бы, поехав во Флоренцию. Где сеньора Солари? Мертва. Мерда. Что нам делать? Мы закрываем заведение? Вы не можете. Мне нужна помощь. Мессер, без человека, который умеет вести дела, мы разоримся. Я помогу. Тебе здесь не место, Клаудия. Да я с этим справлюсь. Я столько лет помогала дяде Марио. Тут все не так. У нас нет выбора, Эцио. Тогда на меня не рассчитывай, Клаудия. 20 лет я полагаюсь на себя. О, ладно. Отремонтируй здание. Наведи здесь порядок. И мне нужно, чтобы вы отыскали Катерину Сфорца. Положись на нас. Добро пожаловать в Росса ин Фьоре. Как видишь, это самый популярный бордель в Риме. А я удачно вложил деньги. Вот список того, чему я учу моих девушек. Довольно скромный список. Думаешь, справишься лучше? Не сон проблема. Эцио, Борджи осложняют жизнь девушкам Клаудии. Если хочешь, я расскажу, как нам помочь. Я учту это. Еще что-нибудь? Нет. Эцио. Ты нашла Катерину? Мы продолжаем поиски. Бене, если найдешь, разыщи меня на Тиборском острове.